Средиземное море, Турция. Эту страну в последнее время называют Меккой для яхтсменов. Климат позволяет поднимать паруса круглый год, а созданная яхтенная инфраструктура, наверное, лучшая на всем Средиземноморье. Поэтому сюда приезжают любители паруса из самых разных стран, в том числе и из нашей необъятной родины. Этот энергичный, так и хочется сказать, молодой человек Ростислав Новодерёжкин. Один из немногих легендарных яхтсменов Советского Союза. В течение 10 лет с 1958 по 1968 год входил в состав сборной команды СССР. Был чемпионом страны в классе М и летучий голландец. В качестве рулевого многократно выигрывал всесоюзные соревнования. А еще он доктор технических наук, профессор и судья международной категории. И сегодня Ростислав Александрович не отпускает штурвал. Теперь уже современный и комфортабельный Бенету Фёст 47. Кстати, именно эта конкретная яхта, можно сказать, раритет. Она последняя в серии 47. Следующие уже выпускались как Бенету Фёст 40. Но в самом начале парусной карьеры выдающегося яхтсмена были совсем другие лодки. Сложно сказать, где начинается парусная карьера. Вот когда была стройка, значит, здесь на северной водопроводной станции, северная водопроводная станция города Москвы, то там тоже много всяких было котлованов, которые почему-то весной все заполнялись водой. И мы спускали ящик для растворный ящик деревянный, значит, где-то там находили у рабочих, и, значит, вот спускали, и на нем, так сказать, тоже можно считать путешествие. Конечно, сложно сказать. Важно, что тянуло. И при первой же возможности, так сказать, вот это желание удовлетворялось. Прошло несколько лет, но тяга к воде, к лодкам совсем не уменьшилась, а даже наоборот. Ну а так как возраст уже позволял выбирать себе занятия по душе, у молодого Ростислава больших сомнений не было. Он пошел в ближайший к его дому яхт-клуб, которым оказался знаменитый водник. У пирса Убона стояло 10 ершей в воднике. Был тренер Георгий Михайлович Кседо, который, так сказать, громогласно на весь затон водниковский кричал, куда пошел, или там еще так по-простому обучал. Вот. И час, допустим, один экипаж походит, потом смена экипажей, потом еще, так сказать. То есть вот такая ротация. И с утра до вечера эти ерши были в ходу, походили немножко, поучились, потом гонка с пересадкой или гонки в этом затоне, потом гонки с пересадкой, чтобы не было обидно. Потом какие-нибудь походы куда-то там по водохранилищу, с утра уйдем, часам к 5 придем, где-то искупаемся. То есть достаточно интересно было. В Москве было, наверное, клубов 10. В каждом клубе была детская, практически в каждом клубе была детская школа. То есть вот есть водники, по-моему, численный состав должен был быть 200 человек. Поэтому директор клуба, директор, он же директор школы, был Гужеловский Сан Саныч. Он следил и стремился, чтобы наполнение было вот эти 200 человек. В отличие от вот сейчас, больше заинтересованы в чемпионах, скажем.
олимпийских чемпионов достаточно одного, а, скажем, новичков надо, бог знает, сколько тренеру иметь, чтобы... И все равно, наверное, столько не... такая зарплата не будет. Тогда больше вот напирали на массовость, на наполнение вот этих школ. Вот именно спортивные яхты, конечно, были более широко распространены, и на гонках выступало гораздо больше яхт. Вот на эмках выходило до 60 эмок. В Ленинграде выходило на старт там по 40, по 50 драконов. То есть вот это серии, причем хорошие, подготовленные экипажи, все это спортивные. Какие яхты были? Тогда была всесоюзная классификация спортивных яхт, в которую входили, значит, яхты и швербботы. Вот когда я начинал, детские швербботы были Йорш, и других, пожалуй, и не было. И дальше уже с Йорша переходили на взрослые. Взрослые, вот всесоюзная классификация предусматривала речные швербботы типа R речной. Значит, в классификации были записаны R20, R2 и R3. Ну, R2 уже, так сказать, при мне практически не было. А они как бы вымерли до. А R30 были. Это длинная лодка такая, с низким бортом, маленькая высота борта, как такая игла, очень быстрая. И морские швербботы M. Вот в старой классификации были M20. Ну, такие, как мы называли их, калоши. А у нас уже более современные М2 были. 20 метров парусностью. Значит, очень такие хорошие лодки. Килевые яхты. Были звездный класс, дракон. Были еще Р-5,5. Но в Москве они не гонялись. И на смену Р-5,5 пришел Солинг. В 55-м году я поступал в институт. И даже у меня лодки своей не было, на разных лодках, какие свободные, на тех и ходил. И на «Звездники» гонялся, и на «Р-30» гонялся, ну, на разных, какие вот свободные были, на тех и гонялся. А в 56-м году, уже, так сказать, будучи студентом первого курса, с парусом серьезно занимался. И выиграли мы все, что можно было выиграть. Нам юношеские соревнования, московские, Центрального совета «Водник» и «Союза». И, значит, взрослые, московские первенства Москвы, регаты какие-то там, значит, первенство Центрального совета «Водник». А в 57-м году мы выиграли первенство «Союза» на «Эмке», и нас ввели в сборную «Союза», помогли с матчастью приобрести все там. Вот. А где-то в 57-м году решили ввести на Олимпиаду летучий голландец. Я два раза готовился к Олимпиаде, был первым номером в 59-м году, а соперником был Шура Шелковников из Долгопрудной. Ну и мы на равных, так сказать, шли. И в начале года, 60-го, тоже были мы на первом месте. Но вот получилось так, что он выиграл первенство Союза, там с маленьким зазором, но, так сказать, выиграл, и он ездил на Олимпиаду и занял 5-е место. Так что для нас, мы считаем, что это наш общий успех, конечно, это надо считать успехом. То, что в Европе и в Австралии там и летучий голландец был распространен. Уже проводились первенства Европы, первенства мира, были свои чемпионы, и лодки, так сказать, были вот на них не стыдно и сейчас, бы на тех лодках, которые гонялись, выступать. Мы же в 58-м году за два года подтянулись вот до хорошего уровня. А потом, через 4 года, была еще одна Олимпиада, и все повторилось.
Опять тот же основной соперник, и вновь с небольшим перевесом в олимпийскую сборную попадает Александр Шелковников. А Новодерёжкин между всеми этими гонками, регатами и победами еще как-то умудряется учиться и работать. Хотя не всякое руководство может понять такую одержимость яхтами и парусами. Поэтому мне руководитель говорил: «Слава, ты вот давай сделаем вот это, и потом ты поедешь гоняться». На что я ему отвечал: там, «Иван Иванович, когда мы сделаем это, то уже ехать не надо будет». Вот, и мне уж очень хотелось отвязаться от табеля. Поступил в аспирантуру, чтобы отвязаться от табеля. Ну, а дальше больше. Каждый год весной надо ехать на гонки, а у меня уже почти там что-то сделано, и почти надо заканчивать. Тоже тот же самый Иван Иванович говорил: «Слава, да доделай ты вот, и потом будешь, защитишься и будешь ездить». На что я опять сказал: «Уж если я, так сказать, защищусь, то уже все мои места будут там заняты, не втиснешься туда, из обоймы выпадешь». Ну и получилось-то из всех вот моего набора аспирантов я защитился первый. И это так подействовало, что вот прокатался и защитился. Я был в сборной Союза 10 лет, вот защитился уже я только для себя. Гонялся на летучем голландце с год, наверное, и пересел на солинг. Причем так: отчитаю лекции в пятницу, ну там договаривались, чтобы в субботу или там какие-то дни там на следующей неделе кто-то за меня там читает, мое время берет, а я потом там. Ну, многие тоже ездят на исследования, на то, на все, так что среди преподавателей это практиковалось. В пятницу отчитал, на самолетик в Сочи, и там прогонялся, ребята уже там вооружат, все. На солинге так вот гонялся, с год, наверное, года два, наверное, гонялся тоже, так сказать. И перешел на крейсер. Стал гоняться на нескольких регатах. Три раза ходили на картере. Такой картер Нортон сейчас ходит в Москве, вот дети ходят на нем, там команды у них там ходили, на нем на Черное море, выиграли Черноморскую регату, в Питер ходили, на выиграли Балтийскую регату, значит, тоже до Калининграда и обратно в Ригу, в Риге финиш. Сейчас уж таких регат нет, ни там, ни там, к сожалению. Три раза ходили на Эгейскую регату, настоящую, не то, что сейчас наши там проводят, а вот греки проводят. Значит, до Ростова на самоходке, дальше спускали на воду, ставили мачту и быстренько там где-то часа четыре по Дону, полтора дня по Азовское море преодолевали, в Керчи брали отход. И мы ходили туда, в своем классе выигрывали. Эти самые картеры до сих пор служат верой и правдой своим хозяевам. Даже здесь, в далекой Турции, в Марине, бок о бок покачивается несколько таких лодок. Вообще, каждая марина – это своеобразный город-яхт. Со своей архитектурой, достопримечательностями, старинными кварталами и новыми постройками. Только роль домов здесь отведена морским судам, в основном парусным. Среди множества форм и размеров иногда попадаются хищные обводы настоящих гоночных снарядов, но в большинстве своем видно, что яхты здесь для жизни, отдыха, развлечений, но только никак не для занятия большим спортом. Хотя гоняться любят большинство яхтсменов, и всевозможные любительские регаты проводятся в сезон чуть ли не еженедельно. А для участников таких гонок победа не менее важна, чем для профессионалов выигрыш в престижных соревнованиях, в тех, которые принято называть большим спортом.
что такое большой спорт и что такое рекреационный, это непонятно. Значит, я считаю, что лучше один раз плохо ударить по мячу своими ногами, чем два часа смотреть хорошо, как хорошо это делает Пеле, скажем. Вот. Поэтому теперь что, так сказать, большой спорт? Кубок Америки, значит, кучка профессионалов, забешенные деньги, так сказать, проводятся какие-то гонки. Это большой спорт? Да, наверное, большой спорт. Нужен он вообще, так сказать, вот в массе. Ну, когда-то я считал, что, конечно, нужен вот такой. Сам был сборной там и прочее. Но вот с позиции, так сказать, прожитых лет сегодняшнего дня. Вот сборная команда Союза по футболу. И, так сказать, вот пацаны бегают во дворах, играют там, гоняют мяч. Что такое? Вот что важнее? Первое или второе? Я считаю, что спорт в первую очередь для тех, кто хочет заниматься спортом, независимо от того, получает он от этого деньги или не получает. Все дети бегают, прыгают, катаются на лыжах, играют в футбол, занимаются парусным спортом не для того, чтобы, так сказать, когда-то получать с этого какие-то дивиденды, а потому что это им нравится. Вот. Поэтому я считаю, что вот мне нравилось раньше, нравится сейчас, и пока что думаю, что не разонравится и завтра. Если хочется, то надо стремиться, добиваться и получать удовольствие. Парусный спорт, в отличие, значит, сложный, но не боги горшки обжигают. И в парусе можно, чем он выгодно отличается, скажем, от беговых лыж, или от штанги, или от бокса, что можно долго задержаться.